Дорогие друзья, еще раз сегодня 12 декабря 2019 года, вечер, блогер из Перми, сторонник КГБ, бывший Бессонов Алексей Борисович. Друзья мои, я, во-первых, благодарен вам за участие в работе моего канала. Вы смотрите, комментируете, продвигаете канал. И благодаря вам мой канал стал достаточно популярен. Да? Скажем, тематика очень достаточно, она, скажем так, далеко не развлекательная. Мой канал смотрят, в том числе и администрации президента, поэтому не надо думать, что... Все и так далее. Я хочу, в хорошем смысле слова, быть вашим рупором, вашим, так сказать, глашатаем, да? Мало ли много проблем, уволили с работы незаконно, начальство, так сказать, прижимает, ворует где-то что-то. Обращайтесь, по мере возможности, я помогаю, да? Мы обращаемся, обращаем, выступления готовлю и так далее. И не надо думать, что это все проходит, так сказать, как песок, в пустоту, нет. На канал обращают внимание, с нами начинают уже, так сказать, считаться, смотрят. Это нормально, потому что, в конце концов, это трагит ваши интересы и так далее. Да, ну и буду благодарен за какие-то спонсорскую помощь в разделе «Содружество» или к телефону привязан, там это все есть, я оставлю под каналом. Так что большое спасибо за то, что вы продвигаете мой канал, канал работает. И люди смотрят, вот мы подходим к цифре 10 миллионов просмотров, 3-4 тысячи подписчиков. Но было бы неплохо, если бы мы вышли на цифру 100 тысяч подписчиков. Было бы колоссально интересно и гениально. Я бы считал, что свою задачу выполнены. Да, потому что, ну, поверьте мне, заставить людей в наше время смотреть не развлекательные передачи, это достаточно очень непростая штуковина. И где-то мне это, в общем-то, удалось. Я этим горжусь. Спасибо вам большое за доверие, за поддержку, за добрые слова, за критику тоже спасибо. Ну и обращайтесь, не стесняйтесь. Мы с вами одна команда, уверяю вас. Я благодарю вам за поддержку, за, так сказать, за участие и так далее. Все будет нормально. Спасибо, ваш Бессонов Алексей Борисович.